Праздник, который объединяет всех, независимо от возраста, социального статуса, политических убеждений. На Первомайской площади собрались сотни жителей Хакасии, чтобы отпраздновать двухлетие возвращения Крыма в Россию. Благодаря твердому решению президента и волеизъявлению народа 18 марта 2014 года историческая справедливость свершилась. Крым вернулся домой. Я очень надеюсь, что еще на протяжении многих лет мы будем отмечать это событие и просто радоваться и общаться друг с другом. Я очень надеюсь, что когда-нибудь к нам вдруг какая-нибудь делегация из Крыма приедет, чтобы просто приобщиться к нашей культуре. Мы делаем вместе историю России, значит, мы поддерживаем наш курс, политику нашего президента, нашего правительства, и поэтому все те, кто здесь есть, это настоящие патриоты, которые пришли сюда сами по велению своего сердца. За два года прошедших Крым получил дополнительное социально-экономическое развитие. Началось строительство Крымского моста, подводятся кабельные линии электроснабжения. Перспектива развития Крыма выходит на мировой уровень в области курортно-санаторного лечения. Я родилась в те времена, когда был Советский Союз. И это не просто ностальгия, это история, да, уже меня лично, моей жизни, да, моих детей уже история, да, история нашей республики, нашей страны. Накануне референдума Хакасия стала одним из первых регионов России, кто поддержал жителей Крыма в их желании вернуться в Россию. Артисты Хакасской филармонии выступили перед крымчанами с концертом. Здесь Севастополь, вся площадь просто стояла и скандировала «Россия, Россия, Россия». И, наверное, может быть, для меня это первый раз была гордость за то, что я живу в России. И то, что Крым снова присоединился к нам, что он вернулся домой. Виктор Бура, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия.